В минувший вторник на центральном поле стадиона ИКАР лидеры встретились с аутсайдерами. Заканчивается первый круг 72-го чемпионата города по футболу. СК «Терем» уверенно держится на второй строчке турнирной таблицы. За его плечами 3 победы и 1 поражение. ИКАР, наоборот, проиграл 3, пока не выиграл ни одной игры и занимает 6-ю строчку. Несмотря на такую расстановку сил, первый период закончился неожиданно. Матч проходит в равной борьбе, я бы так сказал. Мы открыли счет на 25-й минуте, Арсений Серебров. Быстро пропустили, к сожалению, ответный гол. Но поджали соперника и еще забили 2 гола. Поэтому уверенно лидируем в счете 3-1. Вернуть преимущество «Терему» не удалось и во втором периоде. Арсений Серебров на 63-й минуте забивает свой 3-й гол за всю игру. В конце матча ИКАР снова отправляет мяч в ворота противника. Финальный счет 5-1 в пользу ИКАРа. Это первая победа команды в чемпионате города. Мы в настоящий момент являемся действующими чемпионами города. Но хотелось бы в этом году подтвердить свой титул. Но состав у нас в этом году такой достаточно экспериментальный. Большая часть игроков новых. Пока сыграемся. Это не последние игры круга. В 7-м туре ИКАР на своем центральном поле встретится с «Искрой» во вторник 17 августа в 18:00. А в 20 часов на этом же поле «Терем» сразится с «Динамо». Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».